Здравствуйте, подпишитесь на канал, ставьте лайк, я буду очень благодарен. Так, заходим в госуслуги. Заходим в переоформление автомобиля. Так, сон езжать не надо, приезжать. Гарантия оплата, гарант будет Каспий. Без наличный расчет Каспий, зачислять деньги на авто за ваш Каспий год, да. Вы указываете сумму автопродажи и снимаете авто с учета. Покупатель вносит сумму на специальный счет Каспий. Покупатель ставит авто на учет через приложение. Каспий зачисляет вам деньги на Каспий Голд. Так, я продаю авто. Обязательно мне указывают сумму сделки в мобильном приложении? Да. После переоформления, как сдать номер? Продавец должен передать госномер техпокупателю. Затем покупателю нужно сдать старый госномер спецификационный и получить новый. Да, штрафы вы тоже можете. Госуслуги, штраф, штраф по ИН и налог на транспорт и имущество. Так, снять авто с учета. Да, у меня машины нет, поэтому дальше уже по инструкции. Если кое-какие вопросы, задавайте в социальные сети Инстаграм, Фейсбук, они есть ВКонтакте.